сейчас Индиана. Старинная мелодия джаза, которая стала прототипом второй темы, темы Чарли Паркера, «Дона Ри». Это такая быстрая подвижная пьеса. В свое время я услышал ее на пластинке Питерсона. И это было очень сильное впечатление. Come home to Indiana. Пошли домой в Индиану. Играл сегодня для вас Леонид Бронштейн. На бас-гитаре, регистрованный бас-гитаре, пожалуйста, Максим Рыбаков. Я Леонид Бронштейн, играл для вас на рояле. Наши концерты проходят в рамках моего клуба, клуб Григория Файна. Вот недавно он назывался «Клуб Друзья Джаза», вот мы его совсем недавно переименовали в мой именной клуб, клуб Григория Файна. Он базируется в Самаре, в городе Самаре, где я тоже нахожусь. Вот. И вот в Нижнем Новгороде тоже мы проводим концерты. Так что следите за афишей, следите за афишей. Я есть в интернете, и у нас есть такое содружество и в Вайбере, и в WhatsApp. Вот, так что у нас сейчас хорошее время.
для того, чтобы быть все время в контакте. В заключение мы для вас сыграем нашу любимую мелодию Дюка Эллингтона «Караван».